Итак, вторая посылочка, которую я получил сегодня, судя по трек-номеру, мне пришли Bluetooth, мини Bluetooth 4.0 спикер Hi-Fi Beatbox с микрофоном для телефонов, планшетов и так далее. В общем, USB, точнее Bluetooth, динамики со встроенным микрофоном, через который даже можно разговаривать. Итак, распечатываем. Вот так вот. Запакованы, как всегда, хорошо, как по мне. Так, я их заказал 3 штучки. Раз, два, три. Есть 3 штучки. Коробочка. Раз, передок, вверх. Так. Описание какое-то. Характеристики, пожалуйста, поподробнее я вам покажу. Если вам видно. Вот. Ссылочку на эти колоночки оставлю под видео. Так, давайте вскроем одну из них. Так, я, по-моему, заказывал разные цвета. Вот так вот. Такие достаточно тяжеленькие. Интересные. Модель это S11. Там есть еще S10, но я заказывал S11. У них уже более удобное переключение треков, ответ на звонок, подключение наушников, USB вход для зарядки, включение, выключение, разъем для microSD карты. Значит, логотипчик Bixbox, Beatbox. Это, конечно, я думаю, не оригинальные, естественно, колонки, но тем не менее. Вот, внизу указано Bluetooth 4.0, модель S11. Так, ну что ж, давайте тогда попробуем соединить их с телефоном. Значит, здесь переключение. Видите, сразу включается подсветка. AUX input mode. Ой-ой-ой, звук какой классный. Так, Bluetooth. Включаем. Включаем Bluetooth. Загорается. The Bluetooth device is ready to pair. Вот это так. Я, правда, не знаю, как сейчас разобраться, как их подключить. Давайте пока послушаем просто качество звука через microSD карточку. Через microSD карточку. Линейного входа здесь по сути нету. Да, линейного входа нету, то есть соединение только через Bluetooth. Через Bluetooth. И можно подсоединить наушники. Больше ничего нельзя. MicroSD карточка вставилась. Здесь мы включаем MP3. Слушаем. Music Play Mode. Ага, Music Play Mode. Вот такой звук. Вот. Вы знаете, звук неплохой. Наверное, надо зажимать. Да. Такой неплохой. Ой-ой-ой. Вау. Вот это да. Бас такой классный. Супер. Вот это мне нравится. Супер. Еще раз. Да? Класс. Мне очень нравится этот звук. Сейчас я вам покажу другие детали.
Супер, да. Супер, вот это динамичек хороший. Супер, вообще. Очень классный, такой звук приятный, басистый. Да. Так, ну что ж. В общем, мое мнение по сравнению с вот этим динамичком, который я тоже заказывал, который приехал недавно. В этом динамике диаметр самого динамика меньше. Вроде как по громкости может чуть ниже, чем этот, но захлебывается на максимальной громкости просто ужасно. Этот захлебывается буквально чуть-чуть. Конструкция, я так понимаю, такая, что если его ставить на стол, вот как в моем случае, я его ставлю на стол, бас в стол такой уходит красивый, то есть, ну, как будто бы у вас тут стоит хорошая такая колоночка. То есть маленькая, удобная, но звучит очень хорошо. Я не знаю, как вам оно передалось на камеру, но мне вот звук этот очень понравился. Ссылочку на эти колоночки я вам оставлю под видео. Да, мне эта колоночка мне понравилась. Так, какие нам еще цвета приехали? Давайте быстренько сейчас посмотрим. Черный цвет приехал. Все то же самое, только черный такой прикольный матовый цвет. Да, звучит колоночка хорошо. Особенно вот так тихо ее включить и слушать. Очень приятный звук. Так, давайте посмотрим, что в комплекте. В комплекте у нас идет инструкция на английском языке. Кстати, тут написано, как соединять с телефонами. Сейчас я этим как раз и займусь. Так, а это что? А, то есть линейный вход здесь есть. Смотрите, конструкция кабеля такая. Видите? С одной стороны USB мини, с другой стороны, это даже очень хорошо. Смотрите, с другой стороны у нас идет USB выход и штекер 3.5. То есть, подключаем, значит, сейчас в режиме, я не знаю, в каком режиме надо подключать. Оф. Тогда вставляем, наверное, вот этот сюда штекеров. Music play mode. Сразу вставляем USB ноутбука, линейный выход ноутбука. Так, ничего не происходит. Тогда что мы делаем? Пробуем запустить здесь какую-то музыку. The Bluetooth device is ready to pair. Запускаем. А ну-ка. Ничего не происходит. Music play mode. Так, music play mode. Вытаскиваем. AUX input mode. Ага, вот так вот. Слушаем. Понятно. Так, ну что ж, в итоге получается, колоночку можно использовать как акустическую систему для ноутбука, планшета, для чего угодно. Подзаряжается через USB. Вот так вот. С помощью специального кабеля, который идет в комплекте, может работать как автономная колоночка, как я уже сказал, планшета, к телефонам и так далее.
штекер 3.5 есть. Как работает? Просто вытаскиваете карту памяти, он понимает, что это у нас AUX моды, то есть усилитель. Вставляем сюда в разъем мини-USB этот штекер, и он работает как усилитель к телефону. Если вытащить штекер, вставить карту памяти, он работает как автономный проигрыватель с карты памяти. И если переключить в Bluetooth режим, работает как Bluetooth динамик с микрофоном. Вот, в принципе, и все. Колоночка мне понравилась, звучит классно. Думаю, соответствует цене. Цена, я не помню, по-моему, около $20 вроде бы как. Но я не помню. По-моему, я 3 штуки купил, потому что была какая-то скидка. Вот, сейчас еще проверю. А, и белый цвет есть. Белый цвет. Белый, конечно, смотрится вообще классно. Белый цвет вообще смотрится классно. Супер. The external sound mode. Хорош. В общем, вот такая приятная посылочка. Ссылки на свой заказ на AliExpress я оставлю под этим видео. Если вас интересует покупка этих колоночек, пожалуйста, обращайтесь. Ссылки на свой магазин я тоже оставлю. Вот. Спасибо за внимание. Желаю вам приятных покупок. Всего доброго.